Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Мы продолжаем бег поста, мы продолжаем наши труды, мы продолжаем преодолевать те искушения, которые нам ниспосланы. И сегодня мы поговорим о третьем и, возможно, одним из самых коварных искушений. Это искушением времени. Мы трудимся. Мы действительно почувствовали, что мы уже что-то можем, мы уже чего-то достигли, мы что-то преодолели. Но, к сожалению, сил остается все меньше и меньше. И вот здесь и приходит это искушение. А может быть, не настало еще время для моего изменения? И мы похожи на курильщика, который ищет только оправдание, чтобы выкурить последнюю сигаретку еще и еще. Но хочу задать вам вопрос, а когда придет оно, это время? Посмотрите. Ведь кроме сейчас у нас нету ничего. Прошлое, где оно? Мы над ним не властны. Будущее туманно и непонятно. И будет ли оно, такое, какое нам нужно? И придет ли в этом будущем то подходящее время? Братья и сестры, у нас нет ничего, кроме сейчас. И удивительно то, что в этом искушении от нас заслоняется еще одна мысль. И мы становимся похожими на безумцев из Евангелия, которое мы слышали на прошлой неделе. И наше безумие заключается в том, что, думая, что придет время, мы забываем о том, что наше будущее напрямую зависит от нашего настоящего. Мы, по сути, являемся сотворцами нашей судьбы. И это говорит нам только о том, что какое наше сейчас, такое и будет наше будущее. У нас нету другого времени, кроме как сейчас. Дорогие братья и сестры, будем тверды, будем крепки, будем помнить, что только сейчас – это единственное время, которое у нас было и которое у нас будет и которое у нас есть. Поэтому совершаем труд нашего поста здесь и сейчас. Храни вас Христос!